Пример. То есть, вот, например, вы оба снимались в телевизионных проектах. Во многих телевизионных проектах, да? Веселых, да. Разных. Кишев в свое время снялся, я, честно говоря, это узнал только перед программой, в блокбастере. «Возвращение Мухтара 8» или сколько? Сколько раз он возвращался, этот Мухтар? Надо же где-то тренировать свое, да? Актерское мастерство. Ну, на чем-то. Давайте. Вы не видели это, нет? А, ну это давай. Прикольно. И смотрите. Это нашел, да? Да, да. Сначала представьте, пожалуйста. Андрей Радугин. Я живу с Ниной, и не скрываю этого. Что-то еще? Послушайте, не надо сердиться, мы просто беседуем. Я говорил тебе, чтобы ты меня не хотела. Говорил, что на нашу милицию не стоит надеяться. Послушайте, дайте мне объяснить. Это Оскар, Андрей. I want to thank my mom and dad for giving me this opportunity. Thank you, God. Thank you, Паша. Yeah. And you also need to thank Мухтар. Мухтар. А я еще снимался в 2006 году в блокбастере. Вот это действительно был блокбастер. Да. Это был боевик, египетский боевик, полнометражный, полный метр, который египтяне снимали. Ну, вы же понимаете. Египетская сила. Братья. Масалами, коля. А ты похож, да, такой у тебя? Мы, ребята, снимали здесь историю очень долго, 24 съемочных дня было, и мы играли четырех террористов. Фильм вышел в 2007. Ну, то есть ты без грима даже там был, собственно, со своим антуражем таким. Да, нас не нашли. Если бы ты сказал, я бы привез. У меня видео есть. Я там с пистолетом бегаю по Киевскому вокзалу. А Олег снимался в свое время в таком проекте. «Бум» назывался, да, это? И «Бум», и «Битва нации», и «Детики» я не гонял там. А что, вот это адреналин, или это все-таки было в те моменты еще какой-то для дополнительной раскрутки группы, это было необходимо? Группы? Что? Абсолютно. Нет? Просто для себя, это чисто, да? Особисто, так. Да. Особисто просто хотелось... Давайте посмотрим, как Олег Савчук упал в какашки. Ой-ой-ой. Не, я отказался от этой штуки, да? Я не поехал. Хороший полет! А что ты не поехал? Ну, я не знаю, это в Аргентине было, да? Я бы в Аргентину просто бы скатался отдохнуть, попить вина, вот так, чтобы меня лупили там.